В селе Красненькое Рыбницкого района может появиться парк со сказочными персонажами. Обустроить необычное место отдыха задумали два местных жителя. Уже есть проект. Ирина Руснак продолжит. Иван-царевич с волшебной жар-птицей, Баба-Яга и чудо-морское рыба-кит. Персонажи известных сказок, которые поселятся в сказочном парке. Это проект двух скульпторов Николая и Анатолия Белых. Почему такие персонажи, вот рыба, кит? Ну, это одна из самых популярных сказок литературных. Ну и яркий персонаж сам по себе. А сам парк у нас как бы специализируется на сказках. Мы хотим создать парк по мотивам фольклора народов мира. Всех персонажей в будущем хотят сделать в натуральную величину. Вот, например, Иван-царевич будет иметь стандартный 1,80 м. Сделают сказочных героев из арт-бетона. То есть сначала набирается черновой объем, а потом уже 3-5 сантиметров это уже нужно будет лепить ножичками, стеками специальными. Нужно будет прорезать. Работа, да, да, работа кропотливая. Вот на лицо у нас уходит день, чтобы создать лицо человека. Отец и сын Белые создать парк в Красненьком задумали несколько лет назад. Скульпторы делали фонтан в Рыбнице и статую Архангела Михаила на въезде в город. Есть и другие работы. Теперь хотят применить свои навыки в родном селе. Наш президент, он обращает внимание очень большое на туризм. И вот это наша работа будет повышение туристической привлекательности в Приднестровье в целом, потому что такого, что мы хотим сделать, нет нигде, вообще в мире нет такого. Первый этап создания парка «Сказка» здесь в Красненьком провели в прошлом году. Вот этот ручей углубили, расчистили, вскрыли несколько родников, так что воды теперь здесь больше. При помощи ММЗ насыпали земляной вал, который в будущем станет чудо «Юдо рыбой кит». И вот вдоль всего этого ручья были резкие склоны, их выровняли и подготовили места для парковки. Сейчас, чтобы сказка в Красненьком стала реальностью, нужны вложения. Семья Белых выставила свой проект на одну из интернет-площадок для сбора средств. Для тех, кто захочет поучаствовать в создании парка, объявили необычное вознаграждение. На этой доске почета у нас будут таблички с именами спонсоров. Всех, кто поучаствовал и выбрал как вознаграждение памятную табличку. Скульпторы Белые рассказали, вдохновением для их проекта стал парк «Родина» в Чобручах. Сейчас хотят, чтобы точка притяжения туристов и местных жителей появилась и на севере Приднестровья, в Красненьком. Работы по обустройству сказки планируют начать, как только потеплеет. Ирина Руснак и Михаил Белый, ТСВ.